Ощущение, когда твоя тачка раза в 4 дешевле, чем ноутбук, который ты купил. Так, ну вот пришел наш уже второй по счету в этом сезоне клиент. Мы ему сделали удлиненку. После балийских движений стричь в нормальном кресле с нормальным светом — это вообще просто супер изи тема какая-то. Даже как-то непривычно. Вот, стрижка миллионера. Тренер по теннису, кстати. Если кто в Туле живет, записывайтесь. Ну что, как говорится, распаковка супер шашлычка. MacBook Air M3 на 16 гигабайт, 512, 15 дюймов. Вот такой вот я купил. Понеслась. Сейчас посмотрим. Так, ну ладно. Давайте посмотрим на мой первый в жизни MacBook. Я его заказал, мне сделали уже гравировку на клавишах. Так, ну-ка, я не почувствовал вот это вот снятие коробочки Apple, когда она, оп, такая типа с вакуумом. Ладно, прикольно. Оп, это сюда, так, это в принципе на выброс. Сам MacBook. Как его вытащить? А, все продумано. Даже есть язычочек. Действительно, не особо тяжелый. Даже учитывая, что он на 15 дюймов. Шнурок. Всякие наклейки Apple, но нам это не очень нужно. И зарядка. Что-то там туда-сюда. Блин, я, кстати, забыл, что... Ну, мне от магазина могли дать подарок, если бы я сказал, что я подписан на телеграм-канал. Блять, я этого не сказал. Они должны были дать какой-то переходник или что-то типа того. Блин, ладно, я потом... Я не знаю, я еще думаю вернусь, скажу, потому что все-таки упускать какие-то штуки не очень хочется. Я не понимаю, как... Чтоб не порвать, я все порвал. Midnight. Нормально. Так, ну что? Вот так выглядит штучка, с помощью которой, в принципе, если знать, что делать, можно зарабатывать нормальные деньги и окупать ее. Кстати, когда iPhone я покупал, я тоже думал о том, что я буду снимать видосы на YouTube, и это как-нибудь окупится. В принципе, это окупилось, учитывая монетизацию YouTube и донаты. Ну, iPhone мы точно окупили. Надеюсь, с MacBook'ом будет то же самое. Так, я его открыл, сразу горит экран, все дела. Убираем. Я вернулся в магазин, и мне дали обещанный адаптер оригинальный за подписку на телеграм-канал. Респект пацанам, хороший магаз, могу его вам советовать. Называется он iStore Gadget, по-моему, вот. Если вы находитесь в Туле, ну, можете там покупать что-нибудь. У них хорошая акция. Вот мы пришли с мальчиками заниматься в спортзал. Сегодня будем качать ноги и плечи. Никогда в жизни не будет. Так, мы с мальчиками оформляем абонемент на целый месяц. Самый лучший фитнес-клуб Тулы. Посмотрим, будем ли мы в нем заниматься. Все по бартеру, бесплатно. Все тут делаю. Я надеюсь. Ну давайте доделаем, что мы стоим. Сейчас вам код на смс поступит, продиктуйте мне, пожалуйста. Окей, ладно. Заебись, снимали контента на тренировке. Не купил. А ты хоть что-нибудь снимал? Да нихуя я не снял. Давай на пампио. Я не только бухаю пиво. Все? Еще что-то поднимаю. А? Что еще? Тяжелее своего члена. Тяжелее своего члена. Можно сделать упражнение, пойти чисто на камеру. Можно на камеру? На камеру я тебя буду снимать. Ты пойдешь к твоей тёлке подкатить. Ой! Какие же?
Что вы делаете? Какие же тупые обезьяны. Пока мы снимали фильм, тут мимо стакана... Обезьяны не могут справиться с кофе-аппаратом. Стоит, чтобы напоминать, да, что нужно поставить. Маленькие смузы. Еще должны раймут. Почему там нет датчика, который видит, стоит стакан или не стоит? Да, дефилизм. Не, ну у тебя нормально будет. Блять, пиздец, два ебаных дауна, блять, не могут решить, кто из них назад поедет, блять. Сука, конченые люди, блять. Встали вот друг к другу, уперлись, блять, и надо их ждать. Пиздец, блять. Это выше моего достоинства. Отъехать на 5 метров назад. Ну, блять, вот бывает же, сука, конченые. Я прихожу за шаурмой, я отвык, какие вообще размеры в рашке. Блин, не знаю, это, наверное, не видно, но она с предплечья, наверное, с моё. Я говорю, большую, мне такие 200, что-то там 80 рублей. Я думаю, пиздец, дорого, ну ладно. Блять, ну это просто пипец. Я обычно на Бали брал типа 2-3 блюда, шаурма, там, хачапури, еще, возможно, что-нибудь. Здесь я сомневаюсь, что я одну вот эту только съем. Вот это да, конечно. Ну и танчик заодно. Ну что, наконец-то добрался до своего велосипеда. Это Fixed Gear. И вот мы катаемся по Туле. Тормозов нет, дальше спуск, поэтому пока сейчас с вами прощаюсь, ребят. 2 года назад я на этом велике в один присест, без тормозов, без ничего, мог накатать где-то 80 километров за день. Вот, сейчас вот будем потихонечку вливаться, вспоминать, как это все делалось, все в этом роде. Готовим пельмени по моему любимому рецепту. Пожарили, потом разбавили воду кетчупом, соевым соусом, васаби и чесноком сушеным. Залили это все и ждем, когда это все будет готово. Так, ну а сейчас мы едем встретиться с еще одним моим близким другом Артуром. Так выглядят вот трейдеры. Это, короче, Артур, мы с ним вместе катались на сноуборде, занимались легкой атлетикой, воровали в супермаркетах, рисовали граффити. Что мы еще делали? В лагеря ездили. Так, как у нас Артур работает судьей по хоккею, у него есть вот такие штуки. О, блядь, Тоху выпил. Давай, Лиза, блядь. Я хотел, блядь, Энку сейчас ебать, это базарит. Сейчас ешь, блядь. Сейчас просто выпил. Налей, пожалуйста, ром с колой, а? Ну, это уже новый день. Мы сидим, делаем телеграм-бота. Нахрен мы его делаем, я хрен его знает. Но это мое обучение по телеграм ДСу. Так что вот так вот проходят сейчас наши дни. Вот, кстати, я заметил, сейчас в России не всегда безопасно. Нашел с собой вот эту хрень, потому что в последнее время видел прям очень много неадекватов. Ну и, не знаю, типа... Недавно тут был случай, один чел, короче, дал по лицу другому чуваку. Он упал, ну, вырубился, упал, разбил себе голову об люк и умер на месте. Типа этого посадили, поэтому, ну, короче, много таких историй слышал. Поэтому я делаю вывод, что там, типа, лезть в драку, это не самая сейчас лучшая как будто идея. Потому что можно либо сесть, либо рипнуться. Потому что, говорю, много таких лютых неадеков, у которых прям... Вообще сильно не исключено, что есть какой-нибудь там нож с собой, и они его вообще с радостью там применят, все такое. Поэтому, вот, офигенная тема для самообороны. Какими бы вы там сильными спортсменами не были, всегда, я думаю, ну, типа, пригодится. Это видео у них. Готов, пол на мне огонь. У меня все всегда с собой. Это мы зимой. Я на YouTube, я сейчас. Да мне пол. Давай, начинай. Давай. Блин, заебал.
своим дальним слепить. Я знаю, что я беру, но я не чувствую. Я не чувствую. Миша после ковида не чувствует вкус, блядь. Уже все проспал. Влог, блядь, поздний. Все, давайте. Все, спасибо, Лёх, большое. Давай. Можешь мне за хуй потрогать? Давай. Он попрощался. До свидания. До свидания, дорогие подписчики. Давайте все. После такого видоса подписчиков просто, ну, не будет как бы. Хорошего, счастливого вам вечера. Круто, блять. Едем с шашлыком. Я не понимаю, как все тёлки Тулы не могут понять, что мы самые крутые, нахуй. Я вообще. Вот это же ебанутый вайб. Ключи от квартиры. Вроде тут. Блять, ты опять нихуя не сделал для того, чтобы намутить дам. Я их не мучу, дамы сами мучат меня. He whispers in the night what she's feeling in your mind. You're like a ghost of you. Бля, уроды, это для влог, где дауны же есть. So deep inside of you. So the sun from black and white. Bright hope, bright as gold. Слышь, придурки, хотите на знак залезу? Давай! Come alive! Все, придурок, это не то! Это не то! Давай! Козин, выше! Выше! Еще вы! Заднее сальто, пожалуйста! Козин, заднее сальто, пожалуйста! Козин, сколько отписок будет от этого канала? Так, ну это мы закончили с ребятами наши посиделки. И вот это на сегодня, ну, моя кровать. Вот с этим человеком будем делить, походу. Надеюсь, он не насрет. Был второй вариант, лечь третьим сюда, но это ужас вообще. Поэтому я выбрал это. Ну, нам не привыкать. Казахстан нас закалил и все такое.